Всем, всем привет. Валя, скажи привет. Коста, скажи всем приветики. Коста сидит. Мы сегодня... У нас день начался сегодня в 12 часов. Ну, не в 12, мы вышли из дома в 11:30. И поехали по делам. Сегодня весь день будем ездить. Кто с нами хочет поездить? Все, кто с нами хочет поездить, мы уже успели съездить по делам. Называется здесь ИКО. Перед операцией надо сделать анализы мне. И у нас, короче, смена каких-то там бумаг опять началась, всякой фигни. И вот мы этого самого... А ты я сама сейчас тоже. А, автопеременная автонка, талавески, автостоматыши. Не. И в ты я, по-моему, Не. И, короче, или длиннее, я не знаю, но мы сегодня будем ездить. Кто с нами хочет поездить, оставайтесь с нами. Здоровье у нас все нормальное, всем всего самого хорошего. Все, кто писал меня, куда мы делись, уже 10 дней не показываемся на экране. Я поставлю этот влог первым, а потом поставлю деревенские влоги, чтобы вам все объяснить. Мы были в деревне, у нас были пельменники и Коста сын, и купался с ними, ездил на море с ними, а мы с Ваюсом шлепались в доме. И за все лето я искупалась с Ваюсом 3 раза, потому что Костас это возили ребята, и у них сынуля, и они развлекались, и Костас развлекали, и купались, и все делали, и в рестораны ходили, и все остальное. Ну вот, и Костас сделал вывод, что у меня самый лучший двоюродный брат, это его тоже зовут Костас в честь деда, как же нашего Костаса назвали в честь деда. Вот, и вот они зажигали все вместе, все вчетвером. Так что вы увидите в деревенских влогах это все. Ну не все, но я не снимала, потому что мы никуда не ходили. Просто столько один гулял. Ну. Сиблек ты баба. Машина, как сказать, как только останавливается. Трит евалис. Здесь у него совсем, другое здесь этот самый. А фудепатишес. У него здесь совсем другой переключатель, не такой, как на Форде. И вот он путается. Путается с одной машины на другую и включил третью скорость, и за машина заглохла. Ну все, поехали. Объяснилась с вами, не объяснилась с вами. Что сказала, не знаю, что сказала, не знаю, что наплела, не знаю, что сделала. Ну, короче, мы в городе. После деревенских влогов, сейчас вы увидите все деревенские влоги, которые я успела заснять и которые не успела заснять. В деревню, не знаю, успеем, поедем или нет. Вчера мы гуляли на партии, я не снимала, потому что знаете, что Васька не любит выставлять себя в интернет. Васька это брат двоюродный Ваюса. Вот. У него пришли там двоюродные сестры его, все. Он знакомил всех своих родственников со своей новой невестой, которую он шел по интернету и нашел. Они познакомились по интернету, по Фейсбуку. И вот очень даже счастливы. Она от него в восторге, как говорится. Познакомила нас со своими сыновьями, познакомили ее со своими нашими родственниками. Вчера был праздник у Васьки дочки, и пришли там подружки ее, и было целая куча всего. В следующий раз я вам засниму и дом Васьки, в следующий раз, но не сейчас, потому что было очень-очень много народу. Я не снимала, эта женщина наготовила целую кучу всего. Ну, короче, мы погуляли. Я уставшая была, мы только вчера приехали из деревни. И убирали, сделали. Ну, короче, как всегда. Вот. Такие вот делишечки у нас. Смотри, какой фонтан классный, красивый. Фонтан классный здесь, красивый. И мы едем сейчас в гараж к ребятам, как и всегда, каждый месяц. А, тупирис, а подекси, да тупирис. То Алекси. Кида ты дуляться, всякие куксары. Ладно. Все, о другом. О, супермаркет, Клавинитис Дулеви. Клавинитис здесь Дулеви, супермаркет открылся. Вот, такие вот дела. И потом мы едем дальше, едем в деревню. И посмотрим, что будет дальше. Просто взял чипсы, да, Кост? Ну-ка покажи, что за чипсы. Вкусный, да. Не отдавишь?
Сейчас ем чипс. Меня давишь по-гречески, это вот эти вот, как сказать, освещают, осветляют вот такие кусочки волосы по-русски, я не знаю, как они, милирование, вот. У него адавьес, адавьес это по-гречески милирование. Все, мы поехали дальше, да? Алис дулеш на кону, мы Коста ружик с этого. Дулеван, ребята, все, короче, вокруг этого самого отпуска. Опа! Вали да не вали стахит. Вали, старт, старт, после гиты. И вокруг все в отпусках, а этот парнишка работает, который... Он говорит, не могу уйти, говорит, машины едут и едут каждый день. Потому что все отдыхают. Вот. Такие вот дела. Ладно, мы едем дальше. Оп-оп. Я... В собаках спит. Ах, не-не-не. Ох-ох-ох. Новый дорогу здесь дырос. Поставили. Какие-то кинори у аэродрома. Монокунай. Вот киноваленные пали тук-тук-тук. Не будет монокома, тут тасу мегало. Калло, да. Поехали в деревню. Купили хлеба, купили Дональдс нашему товарищу, кто ухаживает за могилками. Пиво, кока-колу ему взяли. И купили хлеб с этими печеньками у наших ребятишек в этом деревенской пекарне. Вот. А сейчас едем наверх на кладбище, в церковь. Я в шортах, конечно, я туда заходить не буду. Я буду сидеть в машине. Не хочу. Вот. Такие вот дела. Так что вот так вот. Ты кани? Да, ксикалайна. Опа. Педья пэджун с дрому. Не. Педья. Дети играют на дороге. Педья пэджун с дрому. Педья это дети. Педья это много детей. Дети. А педи это один ребенок. Пэджун играют. Что дрому на дороге. Оп-оп, автокинету. На дороге. На дороге, да. Я неправильно сказала, что дрому? Коста. Стон дрому. Стон дрому. Стон дрому, да. Я сокращаю. Дрому. Дрому. Видите, какой у меня тут учитель сидит. Все, мы подъехали. Эй, пусть на Айшлю. На Гиришу. На, это на Гиришу. Поехали. Приехали. Ой, поехали. Поехали, поехали. Бам, 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 бам. Бам, археу хорус. Архея. Древности, древности. Хорус это... Хорус это место. А то были на Маска. Мы пошли в церковь. Костас говорит, папочка, пошел в церковь, зажги свечку для меня и для моей сестры. А папочка говорит, нет, давай пошли вместе. Такие вот дела. Церковь. 15 августа здесь был праздник. Панагири. Ветерочек здесь такой гуляет, класс. Я в шортах и... Смотрите, комары лошадиные. Лошадиные комары кусаются. В шортах не могу идти. Все. У нас здесь в машину забрался паучок. Мы только начали выезжать из дома. И спрятался он туда, вон в ту канавку. Никак не его нет. Оттуда не выудим. На дороге, чтобы... Ой, здесь пауки тоже ползают. Ой-ой-ой, пауки ползают. Пользуют. Вот. Такие вот дела. Надо закрыть дверь, а то заползут опять в машину. Здесь архея хорус, архея это, древности. Сзади церкви там есть акрополь. Кто не видел у меня старые видео, я снимала акрополь там большой на горе. Акрополь это... Боже, как перевести акрополь? Ну, типа...
типа. Комары. Уже успел меня подкусить. Ну, Акрополь есть Акрополь. Я не знаю, как перевести Акрополь. И здесь этот самый, вот этот холм принадлежал одному мужику. Он продал государство за баснословные деньги. И, ну, и здесь думают, что здесь какая-то могила есть, потому что это сделано руками человека, вот этот вот холм, натасканный здесь. И здесь вот тут вот по периметру камни лежат, такие обтесанные. И не раскрывают его. Он, видимо, может быть, уже был раскрыт. Ну, типа, знаете, могилы. Бархан такой. И не знаю, что там есть внутри. Не разрешают сюда заходить никому. На территорию этого этого места. Не знаю, что там есть. Древности греческие. Вот. Такие вот дела. Я уже рассказывала про это дело, но все равно. Такие вот телешечки здесь. Ой, ладно. И который мужик продал вот этот государство, вот этот холм. Я не знаю, откуда он его взял, что это, почему он на его имени, не знаю. Всю эту историю. Рядом с нашей, с моей свекровью похоронен. Там могила его. Он умер очень молодым. Вот. И оставил свои огромные деньги, которые он получил за этот холм, родственникам. Вот такие вот дела. Так что любителей поискать приключений, вот здесь вот в Греции зарыто сокровище. Наверное, 100%. Он большой, этот холм такой. Кругленький. В Греции много таких холмов раскрывают. Могилы древние, древних царей, потому что Рига Феррера, Рига Феррон, вот этот вот район, он с Древней Греции существовал, вот именно вот в этом месте поселение было. Древняя Греция, древнегреческие поселения здесь были, в этом месте. Здесь недалеко было огромное-огромное озеро, как море. Потом его греки осушили. И у меня тоже есть видео, мы ездили, я вам показывала. Надо переезжать вот туда, горы. И сейчас его раньше осушили, раздали людям участки. И сейчас выдали им деньги, этим опять людям, и забрали обратно участки. Потому что нарушилась экология здесь местности. Вода ушла. И сейчас снова собирают воду. Снова делают озеро. У меня есть видео. В прошлом году мы ездили отдыхать на ту сторону гор, на ту сторону горы Эгейское море у нас. Кто смотрит меня первый раз и кто даже смотрит второй раз. Я еще раз услышите от меня эту историю. Вот. Такие вот дела. Смотрите, как красиво. Тихая, тихая ароматная Греция. Ароматы Греции. В Греции всегда пахнет вкусно, не знаю почему. Ну и в России тоже вкусно пахнет, как выйдешь в поле или в лес в России. Так вот. Ладно. Все, давайте увидимся. Заехали к его тете, она не в очень хорошем состоянии. Попрощались. Врачи сказали, что долго не будет жить. Эх, офис мы 100 метров перефорили. На мибо парапад. Эла, Яни. Роня пуля. Так ксаналеме, ксаналеме. Эла, я. Таберси евкерия, так ксанапуме. Опа, заглохла. Вам ты патишешь. Все, поехали. Виноград какой красивый. Не, у Яни сторонували стокин тумеца. Не, я тебе не дала. Оп. На, ты палет обуфико. На. Палюсик, я в том спальдёнал. Чё ты у нас показываешь, что у нас этот самый колесо вот здесь потеряло воздух. Давление.
упала. Надо заехать на бензозаправку, бензонадику и проверить. Потому что бензонадику на тут дома. Ну, лучше продай. Зони, да, не было свои. О, у меня делать этот самый ремень. Коста, ты еще, если еще и ты извинишь. Ой, какие-то полтижи ты хорта. Кодунаки еще есть. Кодунаки. Ты кодунаки оморфуй, не? С этого самого возвращается. Ты не Денендо? Алло. Короче, этот заехали на заправку колесо проверять. И кипу на то, что он трубишь. Авто, да? Опа. Здесь газ у них. Газ, автогаз. У кого машина на автогазе? И ты на Катевуме. И какие-то шестые рода, кяды. Коста, ну-ка оставь свой таблет. Вот. Сейчас Вайс проверит этот самый. Вот и газ на залезти спали. Что там Вайс будет делать сейчас? С колесом. Да он еще в белых штанах сегодня. Ох. Вон у него, видите, показывает. Вот. На экранчике. Пошел этот самый. Сейчас что-то это самого. Дихни, да? Приехали мы. О, сегодня у нас тефтедаке 2,95, 10 штук. Диван 250 евро штука. Костас ему говорит, купишь мне игрушку здесь. А Вась говорит, ты что, уже игрушки тебе надо? Ты уже вырос из игрушек. Разбираются, кому какие игрушки мои. На, ты зебра. Кустики мне этот цвет нравятся, вот эти вот кустики. Что за кустики такие интересные? Все, разбираются все-таки, какие игрушки ему надо. Ах, пойдемте, девочку привезли, видите? Ладно. Ай, Коста свой таблет берет. Ох. Мы тут проголодались. Мама не парит то брокколи, то микро. Правильно. Вот мы то херри, мы то пируни. Кефешки мигалу мы пусть брокколи. Папа, то микро моно. Баба, псуми, этот, с хартапицеты сюда. Сегодня у нас лазанья с салатом. Рихни, рихни. Салат хурьятику. Эти шарики такие, эти самые, лоханикон называется. Попробуем первый раз. Этот, пошлеги ты автоваю. Кускус. И удивился из курочки его бифтеки любимые. Тефтедаки называется. Привет. Какой-то у меня здесь Винни-пух. Медведь, Винни-пух. Да, я Винни-пух. Всем привет, привет. Вот, всем привет-привет от Винни-Пуха, да? Тут кто сидит у меня? Костас. Мы тут в Лидле остановились, да? Чё купил Винни-Пух в Лидле? Ты купил себе конфет. Он купил себе конфет. Ты конфеты купил себе? Да. Какие? Тропические какие-то, да? Да. С тропическими фруктами. Винни-Пух, да. Будешь кушать конфеты. Да. Ох, Винни-Пух ты, Винни-Пух. Ты и так он толстый, как я. Еще будешь толще. Да, живот у него вон какой. А папа наш вон в том магазине покупает нам фарш,
чтобы мама что-то сварила. Да, Кост? Угу. А мы тут в Лидле закупились чуть-чуть. Ты что купился? Чай, да, Дин? Угу. Чай. Короче, по 2 литра бутылка, да? Брум-брум. Будет водить машину наш Винни-Пух. Короче, а что ты купил еще для дверей, которые застежки? Как они называются? Да ну-ка покажи. Осла и жирафа. Ну покажи. В этом. В чем? В этом. Леруа-Мерлен. Вот такого осла он купил. До двери. Так вот подставляется под дверь, да? Вот такой. И-а! Ослик И-а, да? Только этот с хвостиком. А этот жираф. Ну-ка, дай-ка. А это жираф. С короткой шеей. Вот такой вот, да? Они по 1 евро были. И такой вот Винни-Пух. Ну что ты в камеру ты суешь его? Ну хватит дурачиться-то. Вот. Мы едем домой, уже 8 часов доходит. Мы прогулялись, промотались, покушали. Посмотрели, что есть. Взяли на примету. Покупать мы пока еще ничего не будем. Да, держи, Дин. Убери в этих самых сумку. Купили, Костас купил штору для ванной, да, Костас себе купил, ты выбрал. С какими-то рыбами, этими самыми, да, и с кораллами. Потом что еще купили? На кровать ему большую такую сидонию называется этот. Просто не такую, от явруху, чтобы водонепроницаемую такую. На другую у нас есть одна уже. Волосы мы ее заберем в деревню. Вон какой Винни-Пух сидит здесь. Ой, Винни-Пух. Кверху пух. Что-то нам папочка задержался там в магазине. Дядька зашел какой-то туда и руками машет, и руками машет. Смотри, Дин, что он руками машет? Ой, вот он. Во, руками машет мужик. Ну, вначале двумя махал, теперь одной машет. Что-то он теперь кланяется, стоит головой. Вон руками машет, двумя руками, и вот что-то там объясняется. И теперь будет Винни-Пух. Теперь будет Винни-Пух, да? Мини. Винни-Пух. А что ты его перевернул-то? Я так. На, папочка бежит наш, вон, видите, все. Давайте увидимся. Ну, не тот, конечно, который бежит, а тот, который бежит с мешком, с мясом. А то скажете, что это наш папочка бежит. Дина.